В Жамбулской областной универсальной научной библиотеке имени Шокана Валиханова состоялась презентация книги «Тәуелсіздік тартулары» поэтессы Ширин Мамасериковой. В мероприятии приняли участие представители интеллигенции, коллеги, писатели и ученики поэтессы. Продолжил тему Алтын Шонгараева. Вечер, целью которого было привитие чувства бережного отношения к духовному наследию народа, пропаганда творчества члена Союза писателей Казахстана, меркенской поэтессы Ширин Мамасериковой, которая своим творчеством уже оставила весомый след в казахской поэзии и продолжает писать новые поэтические страницы. Рассказывать о жизни простых людей интересно и захватывающе. Показать всю глубину произведения народу может только искусный писатель. Это талант, и не каждому это по силе. Гости делились историями и жизни, связанной с Ширин Мамасериковой. Елена Лемжан отметила, что всегда удивлялся тому, как автор пишет только хорошие, добрые истории. Айша Кобжасарова зачитала стихи, посвященные героине вечером. Жетесізге жеткізесін қаттайтып, ұялса деп жетесіздер ұялсын. Ел жәдімді жетсе деп жағады, жасса да ол жер жаханға таралып, қуанасын сүйіншілеп атойлап, сәуелі сәт жібереді ұмалы. Поэтесса от всей души поблагодарила организаторов и гостей за незабываемые минуты и впечатления. На мероприятии также были исполнены песни, автором слов которых является Ширин Мамасерикова. Алтын Шонгараева, Тлеук Абылсаржанов, Жамбыл Ньюс.